Актрису на роль обаятельной студентки Нины в фильме «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика» искали дольше всех. В итоге выбор режиссера пал на Наталью Варлей, причем у девушки даже не было актерского образования. На тот момент Наталье было 19 лет, работала она в цирке. Поучаствовать в кинопробах девушка решила из чистого любопытства. Режиссер поинтересовался, сможет ли она сняться в купальнике, и Варлей легко согласилась. Но дело было не в раскрепощении, как многие подумали, а в том, что для цирковых артистов такой вид одежды – обычное дело. Также актриса самостоятельно выполняла почти все сложные и опасные трюки. Например, прыгала в ледяную воду горной реки, спускалась со скалы или вылезала из окна на веревке. И все это благодаря опыту работы в цирке.